Протест в Кишиневском муниципальном совете. Фракция ПСРМ раскритиковала то, как правительство справляется с энергокризисом и инфляцией. Советники-социалисты вышли с плакатами, на которых было написано «Нехорошие времена», «ПАС – синоним обнищания», «ПАС – дорогой газ». Представители ПДС, между тем, проигнорировали участников акции. Советник от социалистов Григорий Беженару выступил с речью, в которой обвинил правительство в том, что оно довело всю страну до ручки. Люди вынуждены экономить, чтобы позволить себе самое необходимое. Toate aceste greutăți au căzut pe умерii oamenilor simpli. Aceste scumpiri în lanț pun o presiune enormă pe умерii locuitorilor din капитала, dar și din toată țara. Vârstnicii nu mai fac față lanțurilor de scumpiri și se plâng de sărăcie. Se culcă cu un preț dimineața, prețurile sunt ridicate. Motoul actualei guvernări. Astăzi este totul mai ieftin decât mâine. Tot aceste prețuri nu pot fi suportate și de miile de bătrâni, profesori, medici, asistenți medicali, toți din sfera socială, familiile tinere, copii, toate și multe alte categorii de persoane sunt condamnate la foame, acum de actuala guvernare. Oamenii zilnic se confruntă cu probleme și nu își pot asigura un minim necesar de existență. Тот винитул есть кэлтвит пентру акта фактурли. Присутствовавшие на заседании советники от фракции ПДС молча наблюдали за протестом их коллег. Несмотря на нападки в их сторону, желающих ответить и выйти на трибуну КМС не нашлось. Тем временем премьер Наталья Гаврилица выразила сожаление по поводу того, что некоторые политические силы политизируют социальный кризис, который переживает наша страна. Мне паре рău, că această criză, care este una foarte dificilă pentru cetățeni, este utilizată în mod cinic pentru a politiza lucrurile. По мнению социалистов, повышение тарифа на газ нанесло ущерб столичному бюджету на 300 с лишним миллионов леев, которые можно было бы использовать для реализации ряда социальных проектов или для обустройства города.